Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и это очередной вызов духа. В своем инстаграм, нижнее подчеркивание, Ирина Ясинская, я провожу опрос, какого духа вы хотите, чтобы я призвала. Кстати, меня снимает мой парень Дима. Всем привет! И также, ребята, во вкладке сообщества на моем YouTube-канале Ирина Ясинская я тоже провожу опрос, где я предлагаю вам выбрать, какого духа вызвать. Итак, вы проголосовали за то, чтобы я вызвала своего двойника. В общем, в интернете я нашла, как... Главное, чтобы волосы не загорелись. А то у меня один раз так было, когда я призывала духов, я так наклонилась, и у меня... Это очень страшная вещь. В общем, где-то приблизительно на расстоянии 1 метра выставляю свечи от зеркала. Поворачиваемся к зеркалу. То, что там написано. Также пока здесь. Начнем спиритический сеанс. Так, мы должны поприветствовать двойника. В общем, я не буду сейчас ничего рассказывать, просто начну это делать. Итак, сон или двойник? Я перед тобой. Покинь место обитания. Приди в мой дом. Мне нужна твоя помощь. Я должна положить правую руку поверх левой в области солнечного сплетения, в области энергии. Сейчас я буду медленно разводить руки и смотреть только в глаза своему отражению. Глаза нельзя отрывать или уводить взгляд от отражения. Я раскрываю руки до тех пор, пока в моих глазах не начнется немного двоения. Прямо сейчас я уже наблюдаю, как мой образ раздваивается, и это нормально, он двойник. Должен быть уже где-то близко, и он слышит меня. После чего я кладу руки на колени, не отводя глаз от своего отражения в зеркале, и начинаю потихонечку покачиваться влево, вправо, влево, вправо. Очень важно делать все медленно, чтобы не напугать отражение в зеркале. Теперь я медленно поднимаю правую руку наверх. Следом я поднимаю медленно левую руку наверх. Очень важно покачиваться и не отводить взгляд. После чего я медленно опускаю руки на колени. Это нужно для того, чтобы мой двойник в отражении смог двигаться и почувствовал движение рук, ног и всего тела. Но глаза должны смотреть прямо в глаза. Сейчас я поверну голову медленно. Сначала вправо, но обязательно нужно продолжать смотреть на себя прямо в глаза. Теперь я поверну голову влево. Сейчас должно появиться легкое головокружение, и я чувствую его. Так было написано там. Сейчас я буду наклоняться вперед и назад. Все нужно делать медленно, глаза в глаза. Теперь я произнесу заклинание. Двойник,
приди в мой дом. Я призываю тебя. Я призываю тебя. Двойник, приди в мой дом. Я вызываю тебя. Я вызываю тебя. Это не мистика. Это реальная жизнь. И я приглашаю тебя в свой мир. Я протягиваю руку своему двойнику, чтобы он не боялся и вышел из этого зеркала. Теперь вы можете закрыть глаза. И с закрытыми глазами удалиться на пару часов, оставив свое отражение в зеркале. Нам необходимо подождать 2 часа, потому что моему двойнику нужно набраться энергии и очень много сил, чтобы попытаться выбраться из этого зеркала. Потому что я его пригласила в этот мир. Сейчас мы можем начать слышать звуки, стуки, шепоты, шаги. Но ни в коем случае нельзя идти туда. Нельзя идти туда. Она должна сам... Слышишь? Кто там? Ребят, я думаю, что вам тоже... Я думаю, что вам тоже сейчас слышно. Такой стук по зеркалу. Видимо, она стучит по зеркалу. И шепоты. Слышите? Она что-то шепчет и пытается выбраться. Боже, этот скрип. Он наверняка всем знаком, когда по мокрому стеклу, как будто... Когтями, что ли, или чем-то. Скрип, слышите? Это просто нереально. Ребят, после того, как мы дадим ей выйти из зеркала, или сам процесс, я постараюсь вам сейчас это показать. Потому что на тот момент, как она выйдет, ей нельзя долго оставаться здесь. Я должна буду произнести кое-какие слова, чтобы отправить ее обратно в тот мир. Иначе портал захлопнется, и она останется здесь, а нам этого не нужно. Мы с вами попытаемся сейчас с ней даже поговорить. Я думаю, что прошло достаточно времени, и мы с вами можем увидеть необъяснимые вещи. Ребята, она готова. Я чувствую, что она уже прямо здесь. Теперь мы задуем свечи. Чтобы до конца убедиться, я хотела спросить у Шара. Тут ли она и готова ли она выйти? Мистический шар. Дай ответ. Мой двойник здесь? Да. Мистический шар ответил, что она уже здесь. Готова ли ты выйти к нам? Ответ утвердительный, да. Мы готовы встретить тебя, двойник. Ребята, вы видите? Показались ее руки. Это мой двойник. Боже, какая жесть.
Я не верю своим глазам, ребят. Если вы видите это, не забудьте поставить лайк. Это просто жесть какая-то. Я просто в шоке. Мой двойник прямо перед вами. Задать тебе несколько вопросов. Где ты живешь? Я живу в параллельном мире. В моем доме все так же. Все так же. Все так же. Я просто не верю своим глазам. Но я должна буду отправить тебя обратно. Я понимаю. Мне самой тяжело в твоем мире. Верни меня обратно. И не беспокой больше. Если со мной что-то случится, изменится все. Мой двойник покинь этот мир и вернись в свой мир. Мой двойник покинь этот мир и вернись в свой мир. Мой двойник покинь этот мир и вернись в свой мир. Ребята, у нас получилось. Я призвала своего двойника. Я надеюсь, что вам понравилось. Поэтому не забывайте поставить лайк под этим видео и написать какой-нибудь комментарий. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании и смотрите мое новое видео на втором канале Есинская Пэтс. Там тоже страшилки. Я думаю, что вам понравится. Ну а с вами была я, королева мистики, и вы, мои любимые полуночники. Пока!